Все, что на сердце у меня. Позитивные, талантливые и невероятно красивые. А все потому, что самый лучший возраст наступает после 60, уверяют участники необычной встречи. Жизни радуемся, веселимся, песни поем, танцуем. Ходим в бассейн, на цигун, долголетие, хотим продлить свою жизнь. Потому что я люблю свой возраст. Это возраст, самый шикарный возраст, когда уже все знаешь, все понимаешь. Сразу какая-то мудрость приходит к тебе. И всегда стараемся улыбаться жизни. Даже в самые сложные времена не унывали, рассказывают участники праздника для пожилых людей «Красивый возраст». Дети войны, труженики тыла, ветераны труда. Сегодня для них лучший макияж от профессионального визажиста, фотосессия в настоящей студии, чаепитие и подарки. Мероприятие для души жителей, необыкновенных жителей. Те, которые прожили долго лет и счастливо в семейной жизни – те, которые занимаются активным долголетием здесь, в Звенигороде, те общественники, которые сюда сегодня пришли из Звенигорода. И мероприятие меня просто поразило. Сюда приглашены визажисты, фотографы профессиональные, гармонисты, баянисты, те люди, которые вообще дружат со стихами, с музыкой. Праздник подготовили активисты общественной организации из Звенигорода «Всем добра». Позаботились даже о транспорте для каждого участника. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы знаем, что уже целый год не проводится для такой категории, да, никаких мероприятий. Они уже засиделись дома, загрустили. Вот, и у нас родилась такая идея между праздником 23 февраля и 8 марта порадовать их и как-то создать настроение. К сожалению, масштаб большой мы не могли сделать, учитывая все равно, что сохраняются какие-то ограничения. Собираться вместе после длительного периода ограничений – большая радость, говорят участники. Положительные эмоции дают энергию для новых добрых дел. Общение. Теплое, дружеское. Отдохнули, поплясали, попели. Очень все классно. Особенно для пенсионеров. Можно я скажу? Вот я сегодня первый раз, и у меня такое ощущение, что я всех уже знаю тысячу лет. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».